«Брат» — это новый проект, который, я надеюсь, приживется в городе Витебске, так же, как и 29 лет назад прижился «Славянский базар». А прям сходу очень много схожего. 29 лет назад фестиваль тоже начинался с 8 стран и практически с 1000 участников. Прошло 29 лет, и мы начинаем новую веху в истории не только «Славянского базара», но и фестивального движения нашего культурного Витебска. Это мюзикл, в котором все зависит от вас, как вы повернете сюжет, так он и будет идти. Называется он «Обыкновенный Новый год». За новостями на портале городвитебск.бай.